Аким Шымкента Агабит Сыздыкбеков решил сохранить 270 деревьев, которые должны были срубить из-за строительства дороги. На месте бывшего ипподрома в Шымкенте планировалось построить дорогу, ведущую от элитного жилого комплекса Атамура на проспект Байдбек-Би. Общая длина этой дороги должна была составить 218 метров, а ширина 14 метров. Проектно-сметная документация на объект строительства уже подготовлена. На эти цели были предусмотрены средства из бюджета. Строительные работы должны были начаться в 2024 году. Однако для строительства дороги пришлось бы вырубить 270 деревьев на территории парка. Нужно остановить эти работы. Массовая вырубка деревьев неприемлема. Теперь деревья трогать не будут, но для комфорта жителей все же построят альтернативную дорогу от ЖК на проспект Байдбек-Би. Сейчас разрабатывается новый проект, сообщили в акимате Шымкента. Ернур Бубиев, Диана Блязи, новости.